Я всегда говорю, что настойчивость – это прекрасное качество. Без настойчивости невозможно достичь успеха. Но есть еще одно качество, которое по незнанию принимают за настойчивость. Это упрямство. Упрямство мешает на пути к успеху. Если что-то идет не так, не нужно упорствовать, еще больше усугубляя проблему. Гораздо эффективнее остановиться и мысленно вернуться назад в исходную точку. Это даст вам возможность переосмыслить ситуацию, посмотреть на нее другим взглядом. И, возможно, заметить важные детали, на которые вы сразу не обратили внимания. Это поможет вам улучшить план действий или найти новое решение. Если вы сделали 1000 попыток и не достигли цели, возможно, вы делаете что-то не так. Есть ли смысл упорно делать и еще 1000 точно таких же попыток? Настойчивость – это непоколебимое движение к своей цели. Но если не удается пробить стену лбом, то нужно взять необходимое оборудование или пригласить строителей. И вы достигнете своей цели гораздо быстрее, эффективнее и с гарантированным результатом. Всегда помните, важно не только что вы делаете, но и как вы это делаете.